Нина Селиванова живет в военном городке Кубинка-1 большую часть жизни. Свой город любит и радуется всей душой, когда он преображается. На массовые субботники с удовольствием выходит вместе с соседями каждую весну. Возле подъезда не только мы, а все, кто уже жители-долгожители, все убрались уже возле подъездов. Радостно цветочки повылазили сразу из-под старых листвы, и зеленая травка появилась. Очень довольна, что у нас в городке сейчас все чище и чище становится. Вот сейчас сама иду за краской, хотела еще покрасить двери в подъезде. Совместный труд действительно вдохновляет. На третий общегородской субботник в Кубинке вышло около 80 человек. Местные жители, представители воинской части, ветеранской организации, школьники. Я представляю, сегодня от мала до велика работали все. Придут домой, они просто упадут и будут лежать. Но это будет усталость с положительными такими эмоциями, то, что они потрудились на славу себя, на славу своего городка, навели здесь порядок. Когда идет группа друзей, чистит дорожки, чистит землю, чистит все на сегодняшний день, очень приятно. Навели порядок во дворах и на центральной площади города. Убрали старую листву, мусор, покрасили скамейки и урны. Очистили центральный павильон для просмотра фильмов от вандальных надписей. Поливочные машины смыли дорожную грязь с главной проезжей части. Не сказать, что до конца мы навели порядок. Наводить, потому что зима только закончилась. Еще даже видно, что снег лежит. Будем работать над этим. И нам в этом только будут помогать жители. Во-первых, то, что они сейчас помогли нам, вышли все, не скажу, что в 100% составе. Большинство жителей вышло из своих домов, убрали перед своими подъездами. И потом в следующем уже будут не наводить, а поддерживать, как у нас говорят. Главное не наводить порядок, а поддерживать его на своей территории, на той территории, где вы живете. Общими усилиями за один день собрали ни много ни мало, около 40 кубов мусора. Но до идеальной чистоты еще далеко, считают горожане. В течение недели они продолжат убирать свои дворы, а 24 апреля состоится заключительный массовый общеобластной субботник. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».